Два года назад в нашем городе появилось движение «Бессмертный полк». Инициатива зародилась в Томске и получила большую популярность во многих городах России. В 2013 году в колонии «Бессмертного полка» по центральной площади прошли 60 человек. В следующем уже 220. К 70-летию Победы организаторы надеются собрать еще больше участников. Присоединиться к историко-патриотическому движению «Бессмертный полк» может каждый житель Рассказова, кому дорога память о своем родственнике. Представители Российского союза ветеранов Афганистана призывают горожан активно участвовать в акции. Каждый, кто хочет отдать дань памяти погибшим и принять участие в шествии на параде Победы, необходимо подготовить фотографию ветерана Великой Отечественной войны формата А4. Штендер можно будет забрать в отделе культуры администрации города или по адресу Ленинградская 2А. Организаторы надеются, что в этом году участников станет еще больше, чтобы это придало празднику торжественность и значимость. Всю необходимую информацию можно получить у координатора движения Александра Горошевского по телефону. Подробнее узнать о движении «Бессмертный полк» можно в социальной сети в группе с одноименным названием, которая представляет наш город Рассказово.